Хотя мне говорили, что я могу, конечно же, остаться. В свое время наши деды-прадеды воевали за наше достойное будущее, светлое. Вот. Считаю, что сейчас должны мы сделать это. Я много, конечно, говорил на наших уроках о основе безопасности жизнедеятельности, о чести, о доблести, о защите нашей Родины. Считаю, что теперь пора переходить за стол к делу. И в это нелегкое время я должен быть там. Но вы должны знать, что я вас всегда помню и никогда вас не забуду. Я обещаю, что я буду очень стараться вернуться к выпускному. И надеюсь на вас ленту выпускника. Однозначно. Вы сегодня предали мне столько сил, столько уверенности в себе, что я просто не имею права не вернуться.